Оказывается, ждать автобус можно в тепле и комфорте, даже когда на улице минус 30. С конца 2020 года в Ханты-Мансийске установили уникальные павильоны, так называемые «умные остановки». Четыре необычных стеклянных помещения сразу стали достопримечательностью югорской столицы. Зимой здесь плюсовая температура, а летом работают кондиционеры. Остановки просторные, даже с учетом дистанции, здесь одновременно могут находиться не менее 10 человек. В каждом таком остановочном павильоне есть бесплатный Wi-Fi, разъемы для зарядки гаджетов и вот такой интерактивный экран, на котором можно увидеть, где сейчас находится автобус или маршрутка. Проверим? Меня интересует маршрутка 8Б. Будет через 15 минут. Ожидаем. Пока ждешь свой автобус, можно уточнить, сколько за бортом. Кроме прогноза погоды, еще и с местными достопримечательностями познакомишься, изучишь карту города и культурную афишу. Стильный дизайн, современная начинка. Наверняка дорогое удовольствие для городского бюджета. Секрета нет. Каждая остановка стоит в районе 3 миллионов рублей. Значит, цена, конечно, не маленькая, но и функционал здесь соответствующий. Значит, их изготавливают в городе Новосибирске. В этом году в Ханты-Мансийске планируют установить еще 9 таких павильонов. У югорчан есть возможность внести свои предложения по улучшению умных остановок. Транспорт ходит плохо, особенно вот в такие холода. Лучше бы побольше таких остановочек сделали. Так бы стоял, мерз. А здесь вот зашел, пока другой автобус жду. 5-10-15 минут тут на ветру, это же прекрасно. Все нравится, все хорошо. Во-первых, когда мороз, тепло здесь. И подождать хорошо. Извините, автобус. В каждом павильоне есть кнопка 112. Остановки подключены к системе «Безопасный город». Диспетчер в режиме реального времени наблюдает за тем, что происходит внутри. У нас, во-первых, значит, определен... Определена обслуживающая организация, это горсвет наш, муниципальное предприятие, которое будет отвечать за содержание этой остановки. Значит, соответственно, уборка, ремонт, там, да, то есть как, чистка, там, наблюдение. Очень важно, чтобы жители и гости Ханты-Мансийска бережно относились к таким остановочным павильонам. А вот и моя маршрутка приехала, 15 минут. Все как обещали, комфортного, современного и удобного вам ожидания.